подготовка к Новому году очень сложный, но очень приятный процесс. Тем более, если мы говорим о праздничном столе, на котором отдельное место занимают десерты. Сегодня мы разберемся в рецепте одного новогоднего десерта, который делается очень легко, и поможет нам в этом Юлия Савицкая, кондитер. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем делать воздушно-ягодный десерт. Для этого нам понадобится свежая ягода, бисквит как основа, крем, соуса и украшения. Берем стакан. Наливаем туда малиновый мусс. Это малина с сахаром. Пропивается в блендере и получается вот такой сироп. Далее мы берем крем, натуральные сливки и с сахаром. Они просто взбитые. И выдавливаем его в стакан. Далее мы выкладываем ягодку. Мы взяли голубику свежую и малину. Также можно использовать меринги. Что это такое? Это взбитый белок с сахаром, высушенный в печке. Угу. Можно? Конечно. Посмотрим, что он себе представляет. Далее мы используем бисквит, обычный бисквит, который готовится из яиц, сахара и муки. Вот. Мы выдавливаем его с помощью формочки. Бисквит готовится очень быстро. 10 минут выпекается, взбиваются яйца с сахаром до пышной пены и добавляется мука, замешивается. И выпекается. Так, есть у нас бисквитовое печенье, можно добавлять его на десерт. Да, да. В любом порядке. Да. И чуть-чуть придавливаем его, чтобы был ровненький. Далее заливаем топпингом, специальный соус для десертов. Следующий слой опять же ягоды и меринги. Завершаем композицию сливками. Далее можно украсить мятой и глазурью. Мы использовали шоколадную и черную глазурь. Можно использовать шоколад тертый, можно использовать посыпки. Наш десерт готов, можно подавать к столу. Я думаю, что в новогоднюю ночь ваши гости по достоинству оценят такой десерт на праздничном столе.